Где артисты балета берут пуанты? Я не стиляжный артист, просто есть. Когда появилась любовь к балету? Это что-то странный вопрос. Ты из профессии по классу фортепиано, ты перешел в балетный класс? Да. Мы все вот такие вот там интересные были кадры. То есть, подожди, вот вы в два рояля играете симфоническим оркестром, да. И вот ты доигрываешь, и ты думаешь, сейчас вот доиграю, вот да, вот оркестр отпустим домой, и я вот, ну, вот на классику побегу. Балет. То есть ты легких путей вообще не ищешь, да? Немыслимое, невообразимое. Я не знаю, вообще кто-то до меня вообще что-то такое делал или нет. Но... То есть для меня еще не все потеряно? Я вообще в такой среде никогда не находился, тут я попадаю. Такой, как можно сказать, Хогвартс, да? Где вот эта, да, школа магии и волшебства. Вот, смотри, еще понравится тебе балет, увидишь, как ребята танцуют, еще может захочется. Да вы, Мила Дарзан, я даже не знаю, что жестче, это начать музыкальную карьеру или балетную. Такие же обычные, нормальные пацаны, как я, но они танцуют балет, и все как бы в порядке. Как ее звали? А, я был смелее, чем сейчас, это точно. Я бы с ним куда тоже угодно пошел. Да куда угодно. Парень не успел 2 лет вообще проучиться в балетной школе и уже на полставки как бы в оперу устраивался. Балет или музыка? Брюнетки. Мне вот хочется дать выход этой энергии именно в танце больше, нежели в музыке.